Привет, друзья! Сегодня делал очередную партию удлинителей для сверла Фостнера. Размеры индивидуальные, на заказ в основном все. Ну, так как патроны у всех разные, здесь может быть и 10 мм, и 13. И также станки у всех разные. У кого малышики, токарные станки по дереву, тому удлинитель длинный 250 просто не поставить. Ну и заказывают, например, как вот этот, 150 миллиметров длиной. Так, и что тут? Вот так, смотрите. Вот так все плотненько заходит. Даже не затянуто еще. Но тут существует некая проблема. Вчера тестил их на своем токарнике. Смотрите. У круглых хвостовиков сверла Фостнера хвостовичок бывает такой мягковат. И вот эти винтики фиксирующие продирают прям. Ну, многим знакома вот эта проблема с дрелями, когда плохо уже зажимает сверлильный патрон. Либо зажимаешь не ключом, а от руки. Тут всякие вот царапки возникают. Ну и здесь точно так же. Со сверлами Фостнера вот такого форм-фактора, видите, такого не бывает. Здесь шестигранник. Здесь вставил. Закрутил. Все, уже никуда. Раньше я на всех своих сверлах, смотрите, вот болгаркой прям чуханул ямочку. В нее закручивается винтик. Тоже провернуть невозможно, поэтому смотрите, кто у меня покупал эти удлинители, сразу вам такой маленький советик. Шестигранник, конечно, здесь вытачивать не надо, а лыску тут сточить нужно. Сделать это можно всем чем угодно, будь то болгарка, как вот в этом случае, две ямочки сделать. Если есть точильный станок, то это делается на станке. Небольшая такая, небольшая такая лыска получается. На общий диаметр никаким образом не влияет. Сверло, видите, по-прежнему здесь плотненько заходит. Только теперь вот эти винты будут зажимать сверло Фостнера хорошо. Да, это можно и не делать, если точим там какую-то неплотную деревяшку, зашли в материал на 3 сантиметра, вынимаем, вытрухаем опилки опять и опять. Но порой ленимся это делать и гоним, пока вот здесь опилок не набьется столько, что когда начинаешь вытягивать, опилки еще горячие, они спрессовываются. И вот начинает даже на выходе сверло Фостнера немножко провернуть старается. Да. Вот чтобы это не происходило, вот эту лысочку надо сделать. Всем удачи. Да, по-прежнему принимаю индивидуальные заказы на такие удлинители для сверла Фостнера.